правила ДЗК. Один из комиков загадывает ответ. Остальные пытаются рассмешить его своими вопросами. Если комик засмеялся, загадывает следующий. И так можно играть, пока не надоест. Я говорю, Ваня, пошуми! Ребята, да это просто с ума сойти! Год подходит к концу. За этот год, вы прикиньте, что поменялось вообще? Коленька купил новую футболку. И уже замазал ее. Андрюшка устал от шуток про Корею. А потом опять начал смеяться. А потом опять устал и опять смеется. Ну, если смешно, за этот год смеяться. У нас, мы сделали лучший звук. Мы сделали лучшую картинку. Ну, даже елку, на елку повесили ДЗК. Вот эти лампы купили специально. Мы вас позвали в гости к нам на съемку. Ребята, спасибо большое, что пришли. Вы просто бомба. Сколько просмотров уже? Спасибо вам огромное за этот год, за то, что остаетесь с нами, за то, что любите то, что мы делаем вместе с вами. Спасибо за подписку, за колокольчик, за комментарий, за все, что вы делали этот год. И мне кажется очень символично, что... Мне кажется очень символично, что финальный выпуск этого года ДЗК мы проведем практически в полном составе, как и первый выпуск ДЗК. Встречай. Алды здесь. Олдфаги, камон. Костя Трибовецкий, Фима Константиновский. Участники первого выпуска. Здравствуйте. Боже, как красиво. Так, ты сюда? Вовка Мартынец не смог по уважительной причине. Квартал, много концертов. И у него не получается в целом ДЗК. Охеренно похудел, Валя. Да, я сегодня смотрел выпуск. Жирная свинья. Да, в смысле, а Коля? Посмотри, какой красивый. Коля, как был, так и есть. Коленька супер вообще. Бля, Фима вообще всегда и родился. Просто Колю вес никак не исправит и не изменит. А вот Валик, я сегодня смотрел первый выпуск. Ну, ты жирдос. Всем привет, это ДЗК. Смотри, когда был первый выпуск, у меня было 2000 подписчиков. Сейчас у меня 12. Это ли, блядь, не популярити, сука? Ну не тысяч. Все благодаря ДЗК, блядь. Валик, самое главное отличие первого выпуска от этого, это твои ебучие усы. Это просто какая-то дрочь. Скажи. Это усы надежды. Почему? Почему? Кто тебе привил? Это какая-то... Тебя заколдовали, правильно я понимаю? Ты хочешь правду или шутку? Смотри, если это пранк, который затянулся, окей. Если ты реально веришь, что это пиздата... Это обидно, а не пиздато, понимаешь? Вот реально, скажи. Я тебя поддержу. Правду, хотите правду? Да. Короче. Новогодние секреты, давай. Новогодний секрет. Когда я делал вот эту прическу ебучую, как у Кости, постоянно, одну и ту же, я потом когда-то не смог ее сделать и чувствовал себя некомфортно, потому что я выгляжу, блядь, не так, как я хочу. И я решил сделать максимально уебскую внешность, ходить с ней, и чтобы привыкнуть к такому состоянию вещей. И чтобы этот барьер у меня... ушел. Приятно смотреть, когда у человека получается. У тебя получилось сделать уебскую внешность. Прекрасно. А у Валика в телефоне он Ливерпуль играет, он смотрит матч. Сука, блядь, настолько человек 0-0. Охерел просто. Снимается передача. Пошел ты нахуй. Ливерпуль сейчас, если проигрывает или играет в ничью, и Наполи играет в ничью, то Ливерпуль не выходит в плей-офф Лиги Чемпионов. Алло. Да, всем похуй, есть такое. С этих оскорблений давайте перейдем к веселой, жизнерадостной игре. Сука, хотел еще сказать, что у Кости подкаст появился, ладно. Да. У Кости подкаст появился. Да, ребят, аудио подкасты не очень популярны, но это круто. Подожди, не дадут мне пизды. Значит, 17 января у нас у команды Днепр большой концерт в Женевом палате, поэтому вот мы реально, сука, к этому очень долго шли и решили сделать прям не просто абы было, а вот мы поняли, что готовы и сделаем большой концерт. Я даже слышал об одном номере, там такая бомба, ребят, надо всем идти. Ливерпуль сейчас проиграет, короче. Все, давайте поиграем. Давайте. Будет очень скучно, смотрим матч. Все, ДЗК, поехали. Заведемся. Как тебе Ливерпуль? С Новым годом, пошел нафиг. За год ты круто прокачался в юморе, Валик. С Новым годом, пошел нафиг. Гимн людей, у которых биполярность. С Новым годом, пошел нафиг. Давай встречаться до Нового года. С Новым годом, пошел нафиг. А отыграй прикольно турка в отеле. С Новым годом, пошел нафиг. Прикольно. С какими словами послали нахуй пчелу из аншлага? С Новым годом, пошел нафиг. А ты точно крутой юморист? С Новым годом, пошел нафиг. Пидорас! Нет, ребят, подождите, скучно, сейчас не очень. Смотрим матч.
С какой речью Зеленский планировал вступить в Новый год? С Новым годом, пошел нафиг. Что было написано на календаре мая? С Новым годом, пошел нафиг. Папа, вот это твой подарок, блин? Серьезно? Задействован реквизит, галочка. Задействован каламбур, галочка. А у вас... Да. А кто пишет все шутки Днепру? Ливерпуль отсосет. Если тебя назовут Ливерпуль... Ливерпуль отсосет. Эпитафия Валику. Надгробная надгробная. Да, Валя, сейчас что-то... Ливерпуль отсосет. Шуба от Гуччи. Вот такое меня будет разъебать всю дорогу. Хорошо. Я тебя ненавижу. Меня мама этому научила. Трахаться с папой. Меня мама этому научила. Сбивать грудным молоком цели в тире. Меня этому мать научила. Будить. Что? Ну да. Просто да, когда он тебя... Коленька, вставай, Костя, да, подходит? Не, еще минутку. Не, вот такое, я буду с такого. Если Фима с Гуччи, я буду с такого. Одно, резко одно слово. Просто не, ну, очень не имеет смысла, это мое. Да, загадал. Почем брекеты? Напряженная ситуация. Хочется и покакать, и пописать. Напряженная ситуация. Меркель за столом среди четверых лидеров бзданула. Напряженная ситуация. Жена с мамкой попиздились. Напряженная ситуация. У нас в машине нет автокресла, но есть место здесь. Напряженная ситуация. Там Зальцбург забил. Напряженная ситуация. Мы тут в лифте вдвоем, а у меня стоячок. Напряженная ситуация. Я к сосочкам подсоединил плюс и минус. Блять, от него такая энергетика еще, я к сосочкам. С этими усами просто. Да, да, да. А вот такой я человек, да? Вы? Извращенец вот этот, с усами прям. Хорошо. Блин, я посмотрел на твои усы и представил, какие у тебя волосы на сосках. Бля, теперь и я представил. Слушай, а у Валика... А мне это нравится, что вы представляете мои волосы на сосках. У Валика идеально, если бы брови сместить сюда, получится полноценные усы. Ты понял, кто тебе комментарии? О, классно. Каждый второй комментарий вот такой. Серьезно? Один в один. Самый лучший комментарий – усы, как у поебанной лисы. Это же старая шутка про Чебурина. Шутки про Чебурина. А это Санта из Санта... Да подожди. Из Санта-Лючии? Хуй. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Тихо, не загадал. Ля-ля-ля. А ты просто... Просто поехал. Я хочу попасть, когда ты уже что-то задал, я сразу. Давай. Смотри, Кассиопея. А ты уже скачал это приложение «Слово дня»? Смотри, Кассиопея. Давайте так. Ну, это же не зазорно, не значит, что такое Кассиопея. Звезда. Нет. Созвездие Кассиопеи. Коля, а когда Лузан говорил слово «эпитафия», ты что молчал? Ну, эпитет. Загадал. Девочка Коля, немного боли. Вот так вот легко попал. А ты это, фингеринг умеешь? Фингеринг, блядь. Вот так вот прям легко попал. Как тебя в «Слугу народа» пустили? Вот так вот легко попал. Эй, Робин Гуд, а почему стрела у моей дочери в глазу? А я вот так вот легко попал, знаешь. Я думаю, ну его, блядь, рукой кидать буду. Лук набрал стрел. Робин Гуд, а что случилось? Ты ошибся? Меня это интересует. Это ж с Марвела, Бэтмен и Робин Гуд. Как Коля, блядь. Как Коля смог монетизировать этот талант? Единственный человек. Эти усы должны были быть у Коли. Ну, то есть... Для образа Коли не хватает, чтобы Валя Чем просто... Усы, блядь. И Валя в конце сезона просто... Я их вынашивал для тебя. Есть. Джинсы, да? Мне досталось это по наследству. Короточащая родинка. Мне досталось это по наследству. Корейская ебала. Мне досталось это по наследству. Фиалка. Мне досталось это по наследству. Долг по коммуналке. Мне досталось это по наследству. Сюрикены. Мне досталось это по наследству. Мать.
Мне досталось это по наследству. Кассета с фильмом «Любовь и голуби» в гоблинской озвучке. Алютка, Алютка, ёба на ворот. Сынок, я умираю. Сучка. Но у меня есть для тебя кое-что. Посмотрите. Инфаркт Микарда. Вот такой пиздец. Давайте. Коля, у меня тебя колит. А можете повторить заказик? Пошел нахуй. А можете повторить заказик? Возьмите ручку и блокнот лучше. А можете? Можете повторить заказик? Заказик. А можете повторить заказик? Владимир Владимирович, я хочу вернуть Крым и Донбасс. Это официально худшее. Это официально худшая пародия Зеленского. Это же легко. Она началась на середине. Это так плохо, аж так хорошо. А ну еще раз. Владимир Владимирович. Не, вообще плохо. А ну. Владимир Владимирович. Я не буду соревноваться. А так можно было? Я тут не лез. Да. Там у нас под кроватью паук. Хочу матрицу посмотреть. А с пауком что будем делать? Хочу матрицу посмотреть. В одной из сцен первой матрицы у Киану Ривза выпало яйцо. Такая пасхалочка. Отсылка к чему-то. Хочу матрицу посмотреть. Степан, зачем ты компьютер разобрал? Степан! Типичный айтишник. Да, есть. Сиди дома. Я ненавижу вафли. В детстве вафли матери сбили. Я ненавижу вафли. Сынок, Артек, домой. У мамы два варианта было, Артек или мажор. Я загадал. Если бы не Коля, то... Как я сам до этого не додумался? Садиться себе на палец. Как я сам до этого не додумался? А у меня два паспорта. И крымский, и татарский. Как я сам до этого не додумался? Крымский паспорт? Он его на набережной купил, там где... Паспорт кошевого. Паспорт любовника вот этого. Намочить сухие салфетки и продавать как влажные. Как я сам до этого не додумался, блин. А давайте солдатов задом наперед пересмотрим. Как я сам до этого не додумался. А давайте выездную церемонию будет вести Шматко. Как я сам до этого не додумался. Трахать сосну, а думать, что это женщина. Как я сам до этого не додумался. Меня просто застреляли. Точечно попал в что-то личное. Да. А Фима это сокращенно от Фимос? Я знаю пароль Wi-Fi. Я знаю, что такое Фимос. Думаете, я не знаю? Фимоз — это когда головка слиплась с лобком. Да. Что? Не. Это ягода! Я перепутал! Ой, точно! Это ягода! А что ты загадал? Фимоз. На Новый год загадал. Поскорее! Дедушка Мороз! А что тебе кличку дали паспорт? Я знаю пароль от Wi-Fi. Вера Брежнева, я песню тебе придумал. Я знаю пароль от Wi-Fi. Я вижу ориентир, что-то лишнее там есть. Я знаю. Я знаю пароль от Wi-Fi. Где живет любовь? А что тебя родители до сих пор в хате держат, хотя ты им нахуй не нужен? Нахуй. Он слишком близко сидит для слова нахуй. А там эбоврач, а там нахуй. Есть. Куда летом пойдешь пить? А давайте только Коле не говорить. Ты знаешь, что собаки не разговаривают? А давайте только Коле не говорить. Колли, типа Колли, собака такая, наверное, да? Да, спасибо. Коля похорошел. Давайте только Коле не говорить. Коля, Нейси. Давайте только Коле не говорить. Библия и Коран — это разные книги. Давайте только Коле не говорить. Фимоз — это не ягода. Давайте только Коле не говорить. Туалетная бумага бывает двухслойная. Давайте только Коле не говорить. Бывает туалетная бумага. Давайте только Коле не говорить. Конечно, страсти по ревизору Стищенко не хватает. Давайте только Коле не говорить. Коля уже 3 года под наркозом. Ему кажется, что он стендапер, у него есть друзья. Под наркозом.
придумал, блядь, себе. Есть шоу, на котором я задаю вопрос на ответ, и оно в Ютубе, блядь. Красотку до конца хоть раз смотрел? Читайте книги. Гля, блядь, вот он, блядь. Что ты? Ну держись, держись. Давай, я загадал. Ты мандаринку пальцем либо сверху? А что ты не делишься? Ноль. Математика. Надя. Там просто, ну, на ноль делить нельзя, а ноль делить можно. Я загадал. Здравствуйте, я лучший в мире каскадер. Что сделать? Ууу, волейболисточки. Ты видел, они когда блок ставят, у них подмышки волосики так. Ууу, волейболисточки. Ууу, у кого большая жопа? Ууу, волейболисточки. Ууу, Украина! Ага. Как тебе подкасты вообще? Люблю запах мандарин. Какие плюсы в том, что тебя насилуют под Новый год? Люблю запах мандарин. Люблю запах мандарин. Люблю запах мандарин. Там абхазы насрали. Стереотипы про абхазы. Люблю запах мандарин. Есть. Мама, что такое секс? Я успел загадать желание. Тебя с двух сторон два Николая пердолили. Я успел загадать желание. Собака? Я успел загадать желание. Умерла? Я успел загадать желание. И пока еще свежая, можно из нее сварить бульон? Я успел загадать желание. Спорим, ты не успеешь загадать желание, пока я кричу. Я успел загадать желание. Да. Ты чего, чемпион? Выше нос, ты нам не нужен. Ребята, ваша классуха умерла. С одной стороны, физры не будет, но... Ребята, ваша классуха умерла. Марья Ивановна, как вам спайс? Ребята! Да. Вечная любовь, верны мы были ей. 4 абсента и понеслась. Люда, блядь, ты кассирша ВТБ, давай не в яму. Так ни хрена себе. Ну просто я представил, что он уже лезет по кассе, блядь, к ней. Люда, ну Люда. Я уже снял ее шляпку вот эту. Нет, сначала абсент. Презики из этого, из одного из ящичков. По пути, пока ехал по ленте по этой. Презики заходили. Люда. Ты что, тебя давно никто не пикал? Это такой смешной скетч вот это, если он подъезжает, это очень смешно. И в момент, когда он подъезжает... Очень недолго он. И просто и заехал в пакет в конце просто. Мой пакетик брать будет? 0-1. Ну охренеть. А? Мы проиграли. 2 уже? Бля! Все, игра. Все, понеслась, блядь. Давай! Все, настроение заебись. Не уходи. Я просто думаю, хорошее. Давай, хорошее. Что ты? Да. Тебя когда ебали, что на жопе написали? Я не такая. Работа! Ого! Пришел выносить. Ну, блин, это смешно же было объективно. Я имел право посмеяться? Конечно, Коль. Никто тебя не осудит. Да! А я ос не боюсь, чтобы меня осуждали. Я подавился хуевой шуткой. Как это у вас после химии волосы выборочно выпали? А я преподаватель лицея. Че это вы студенточек лапаете? А я преподаватель лицея. Почему вы никогда не брили между ножек? А я преподаватель лицея. Говорят, у тебя скользкая спинка носа. Спинка носа? А я преподаватель лицея. А почему вы ждете скидку на скумбрию? А я преподаватель... Встал в АТБ и жду. Женщина! Нет! Одна вариант. Ждем. 0-2 нахуй. Не, ну хватит, реально. Ну не будет там, ну не будет там камбэка. Выключил, блядь. Вам повезло, что мы не в этот, не в день, когда танцы со звездами идут, играем. Коля бы сейчас никого не было. Повезло, что мы не в день, когда гей-порно транслируют, а то ты не смотришь. А я с ним согласен, я передумал тебя поддерживать. Все, по делу. Это пидорская поддержка, блядь, ваша ебучая. Зачем ты нас поддерживаешь? Слушай, заткни ебало, блядь. Давай, я за тебя. Костя. Пошли вы все нахуй! Самые нормальные чуваки. Мне очень нравится эта жидовская дружба твоя. Да, вот это вот, перебежчик поставил. 4 абсента, Фима, 4 абсента. Так, подожди, 4 абсента, ты назвал меня жидом. Я не знаю, да. С кем дружить-то? Есть. Кость, морячок, что ли?
А буквы люблю все. Окулист-приколист. А буквы люблю все. Зачем тебе 6 наборов кубиков? А буквы люблю все. А что это ты дочь назвал А, Б, В, Г, Д, Ж, З, И, Е, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ц, Щ, Ю, Я, мягкий знак. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. L, M, N, O, P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Киошинга, шамаш, ты? У, кра! И, кра! А зачем ты купил весь сыр в магазине? Здорово. Буквы люблю все. А в чем? Я не понял. Это буквы. В сыре буквы вот эти синие. Вот. Синие. Которые оставляют синюю хуйню на сыре. На дешевом. Все, пизда человеку, вы вывозите. А, на дешевом. Вот, дешевом. Все. Мы же не знаем. Фета, 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 фета. Есть. Сидите. Святой отец, это вообще-то Коран. Святой отец, и Коран вообще-то с другой стороны читать. А это у вас тот самый палец змея? Поставил себе телефон с Ливерпулем в книгу и... Блять, тут лобковый волос, ребята. Ой, я сорян. Я сорян. Смотри, вот этот чувак постоянно в библиотеке скрывает бздеж звуками. Оксан, ну я не могу, ну скажи рецепт галушек. Мужчин, вообще-то вы перепутали квартиру, это наш туалет. Есть. Вам посылочка. Мальчики, все готово, к столу. Когда ты еще жил в Северной Корее, когда мать вскипятила воду, поставила на стол, что она сказала? Во-первых, схуя ли я жил в Северной Корее? Во-вторых, мальчики, все готово, к столу. Что кричал первый Windows? Мальчики, все готово, к столу. Петр, Иисус, Фома. Мальчики, все готово, к столу. Ой-ой-ой, на столе помазка, пикник и хлеб. Помазка. Сука, ты сейчас праздник описываешь свой, да? Мальчики, все готово к столу. Жонглёры приставками. Намазка, примазка. Да. У меня умерла мать, но иногда мне до сих пор снится ее это... Фраза. Мальчики, все готово к столу. Да. Посоветуй, как вылечить все? Я на утреннем поеду. Вечерний стояк, добро пожаловать. Я на утреннем поеду. Геннадий утренний, и вот мои горгоши. Горгоши? 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 Вы не... Это не на горгошах у вас называется? Ну что такое на горгоши? Что именно? На спине. В какой момент было слово «спина», и ты такой «не», придумай новое. Горгоши, блядь, что это такое? Кто-то хоть раз слышал слово «горгоши»? Мы не молдаване, Кость. А их не ее ели? А пыхтек в жопу засовывали? Нет? А отчиму пальцы облизывали, нет? Это же, у всех же было детство такое, нет? А отчиму фифен облизывали. Что, у вас нет одесских традиций, да, в семье, блядь? Я на утреннее поеду. Ты слышал новость в Укрзалезнице? Все ночные поезда подтапливают не углем, а евреями. А вот это жестко. Вот, я тоже хотел поднять эту тему. Я недавно, буквально давеча, пошутил про покойную маму, которая присыпается. Она еврейка была? Никто. Она была давеча. Да, это важный момент, нам для смеха. Она была очень похожа на Колю, я клянусь. Она была очень похожа на Колю. И вот люди не смеялись. А как только человек сжег нацию, разъебал. Не человек, а угрызализнец. Ну я не знаю, ребят, что получится, извините. Два притопа, два прихлопа. Команда. Ну такая рок-группа, блядь. Первые ну, четыре давай, петиции. Давай. Два притопа, два прихлопа. Два дауна, блядь. Это батя и сын. В гараже. Батя гитару собрал. Два притопа, два прихлопа. Да. А кто тебя одевает? Да это даже хромая собака есть не станет. Хромая собака. Да это даже хромая собака есть не станет. Еду из капкана. Да.
Хромая собака второй раз не купит. Второй раз это я не помню. Ложки дощетырились. Там магнета Колю ищет, говорит ему, рот его нужен. Что скажешь? Ничего себе баклан вычудил. Три сальтухи ебанул. Ничего себе баклан вычудил. В полете птица воробья трахнул. Ничего себе баклан вычудил. В дедасте три хедшота. Ничего себе баклан вычудил. Видел, старик съел три сырка чудо. Ничего себе баклан вычудил. Купил себе бриджа дисквард. Ничего себе баклан вычудил. Родинки все срезал и вот так, как салют. Как конфитюр, блядь. Невероятно, блядь. Зачупил. Ничего себе баклан вычудил. Кинулся, кинул и все, блядь. Просто от потери крови, блядь. Да. Поделайте это кулачком. Я гадалка, я лучше знаю. Здравствуйте, меня зовут Игорь. Не гадалка, я лучше знаю. Вообще-то это 8 бубна, а не карта Приватбанка. Банкомат херачит. Посмотрите, что у меня там на карте. У вас 8 бубна. Спасибо. Есть. Семен, ты что, собаки лекал? Сектор приз на барабане. Леонид Аркадьевич, спрячьте писю. Сектор приз на барабане. Гаишник Якубович останавливает, он такое окошко опускает. О, сектор приз на барабане. Поле чудес стало политическим шоу, поэтому правый сектор... Правый сектор приз на барабане. Давай. Ты знаешь, ты вот родился Фима, а если бы было мимо, то не родился бы Фима. Я выкину твой PlayStation. ФИФА! 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 Кухана, мы бываем у наших детей. Любой сюжет. Коля, ты что-то сделал? Стоп, подождите. Блядь, ДЗК переходит на звуки, по-моему. Будем просто смеяться, когда... Нет, так ты будешь говорить... Эй, Лузан, было 17-й выпуск. Давай, загадал. А ну, пожонглируй. Вот так умею. Вот так умею. А кроме того, что они детородные, яички, что еще? Какие прикольчики есть? Вот так умею. Бать, тебе не было 19 лет, что ты делаешь? Не смешно. Вот так умею. Так, в конкурсе «Мисс Краматорск» конкурс талантов. Читай, блядь, стажуры. Чувак, это планшет в Краматорске. Двигайся дальше, спонсоры. Я извиняюсь, чтобы не ошибиться в фамилии. Учи-бучи и банучи. А теперь... Танец купаток. Мы продолжаем, мисс Краматорск. Теперь танец купаток. В Крыму финансовый упадок. А теперь танец купаток. Мы посмотрели брейк-данс от Гаргуши. А теперь танец купаток. Кто не знает, купатки — это сироты, которым больно от танцев. А теперь танец купаток. Уважаемые богатии, кто не знает, купатки. Ай, 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 блядь, ай, блядь, ай, 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 сука, ай, ай, мам. Итак, подарочный номер от дяди Гены с Таганрога мы посмотрели, говно убрали и... Что за праздник, блядь? Свадьба. Сейчас ведущий вам. Ну, говно убрали, давайте посмотрим, что дальше. Я хочу признаться. Купатки. Купатки? Что такое купатки, блядь? Блядь, и купатки вы не знаете? Фим, я присоединяюсь. Вы смешно?
Мы такие гордые, никто не спросил. Типа, купатки. Этот просирот пошутил. Это животные или люди? Я думал, что это птицы, как куропатка. Я думал, он специально придумал слово, типа, камень с купаток. Что, блядь, такое от создателя горгу. Купа, запрыгивай на горгоши, купатки будем делать. А купатки — это же часть тела, которая в воду входит. Костя ж Меловину придумал псевдоним. Просто он Меловин натыкал в вас. Знаешь, если что, он, по-моему, нервничает, что он не может найти, что такое купаться. Он не может найти купаться. Он перепутал с каким-то словом, прикинь, мы там шучим. Нет, ну тут фотографии сосисок. Это когда сосиски — это мертвые купатки. Купатки — это волны. Не, я думал, что это типа цыплята. А, ну знаешь, прям... Куропатки. Знаешь, ты знаешь? Блядь, куропатки. Не-не-не, я осознанно это делал. Есть совет, чтобы не проебать. Думаешь, цыплятки? Так, блядь, говори цыплятки. А не купатки. Да я всю жизнь говорил купатки, я не думаю. А то остановили пилиционеры, блядь. Пилиционеры. Ну, я теперь какой-то дебил получаюсь. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не, Коля работает. Коля здесь. Это мой персонаж. Да. Любочка, кофта чмошная. Я с тобой не разговариваю. Хватай купатки, камон на горгоши. Я с тобой не разговариваю, у тебя слова кончены. Коля, я твое раздвоение личности, я реальный. Я с тобой не разговариваю. Привет, я Роналдо, Роналдо пидорас. Я с тобой не разговариваю. Анатолича в избранные добавил. Я с тобой не разговариваю. Бля, ну ладно, вы мне харпанули в лицо, но можно хотя бы на вы? Я с тобой не разговариваю. Какая буква там в середине? Хайпанули? Харпанули. Как? Харпанули. Харьпанули. Ну, это чтоб Костя понял. Харьпанули. Харьканули. От слова Харьков. Харьковнули. Грузинское вот это блюдо замечательное. Да, харьковнули. Тихавнили. Тихавнили. Топтали. Пиздили. Харьканули. Берите. Очень вкусно. Слушай, а нам весело с тобой, а ты че? Я с тобой не разговаривал. Привет, Коль. Я, это акушерка из роддома, это я тебя тогда за лоб потянул. За лоб. За лоб. Привет, Коля. Коля — человек, которого можно за лоб потянуть. Такой еще как в шаре для боулинга, три дырки на лбу. Привет, Коля, я тут решила высказаться. Да. Ты знал, что Илон Маск не играл в фильме «Маска»? Украина, мой талант, уже не та. Не было ни одного в сезоне «Купаточника». Украина, мой талант, уже не та. Кондратюк уснул на заставке. Украина, мой талант, уже не та. Это моя книга стихов. Итак, первый стих. Мне 13 минало. Украина, мой талант, уже не тот. Я рассчитываю на победу. А вы говорили, я в финале не удивлю. Давай. Я извиняюсь. А это не вы у меня на свадьбе, мою жену? Того. Скоро Новый год. Смотри, фура с Кока-Колой бабку сбила. Свято наближается, свято наближается. Скоро Новый год. Ты видел, блядь? О, бандюэль на горошек, как цены взвинтил. Скоро Новый год. Так ссать хочется, что на снегу написать? Скоро Новый год. Бомжи умирают чаще. Скоро Новый год. Там календарь кончается. Чё будет? Чё будет, блядь? Хозяйка! Хозяйка! Там календарь кончается. Что это значит? Round one. Fight. Набью себе это на чехле. Как долбоеб говорит фразу «напишу себе на гробной плите». Набью себе это на чехле. Кто посмотрел, тот пидор. ДЗК. Кто посмотрел тот пидор? Так выпуски назовем. Что, одни мужики захлопали? Да, бля, да. Набью себе на чехле. Да. Оп, натирочка. Ого, ничего себе. У вас IQ 182. Ого, ничего себе. Знаешь, как Андрея Лузана по паспорту зовут? Ого, ничего себе. Я выбрал тебя из-за красивого голоса. Ого, ничего себе. И адекватных оценок. Я знаю, конечно, что ты очень впечатлительная, но глядишь, проты.
Ну ты тоже, блядь, извини меня. Джентльмен, блядь. Ого, ничего себе. Я. Молодой человек, я вам массирую плечи, почему у вас письмом встал? Я думаю, мне пора нанять охрану. Охранник АТБ, которому подняли зарплату. В два раза. Я думаю, я работаю охранником охранника АТБ. Охранник охранника АТБ, блядь. Ужас. Это тот человек, который разгадывает разгаданные кроссворды. Да, тут правильно, тут правильно. И это правильно. Да. Как назовем наш рэп-коллектив? Внимание на экран! Эй, Фима, отвлеки внимание, пока я посру. Прям здесь? Там на экране видео, как Луза отсрет. Не, видео с камеры наблюдения сюда. Очень странно все. Отвлеки внимание и камера. Есть. Во всех кинотеатрах Тимур Бекмамбетов представляет. Есть что вспомнить, нечего детям рассказать. Девизы этого бесплодного. Именно понял. Он еще такой, я бесплодный, надо придумать девиз. Да. Тебе корейцы привет передавали все. А можно погромче? Как вам слуховой аппарат, нормально? Можно погромче? А можно погромче? Бабушка, у Т1, не громко! Можно погромче? О, гимн долбоебов. Можно погромче? И вот так. Два друга знают его, блядь, все слова. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Остановите, остановите электричку! И Вите надо выйти. Остановите, остановите электричку. Привет, будем вместе ехать. Остановите, остановите электричку. Людмила, а мы на дорожку посидели? Возвращаемся! Вы забыли! У нас есть два ответа и лобковый волос там лежит, вы помните. Не глядя, не глядя, доставай, не глядя. Тянуть нужно три раза все равно. Начинай. Вот и они, сука, да. Я весь в волосах. И вторая бумажка тебе, держи. Ребята, мы закончили все ответы из Инстаграма. Кость, у меня к тебе вопрос. Если теща не змея, то кто? А ты так не умеешь. Передеть мелодии папа Американо? А ты так не умеешь. Дорогая. Понятненько. Вы заметили, что Фима еще ну, не член обхватил, а он как? Именно все взял и... Это же, знаете, это последний концерт Геннадия Ветрова. Дорогая. Дорогая, так дорогая. Машинка подъехала, давайте, пожалуйста, побыстрее, выматывайтесь из нашего... За это я люблю песни Боярского. За то, что тебя отодрали тысячи чертей? За это я люблю песни Боярского. Если их задом наперед прослушать, можно вызвать сатану. За это я люблю песни Боярского. Ты слышал, он в последнем треке пел «Фим, охуенный пацан!» А так закончить можно! Ребята, Фима охуенный пацан! Костя охуенный пацан! Андрей охуенный пацан! Коля охуенный пацан! И Валик охуенный пацан! Ребята, это был еще один выпуск ДЗК. С наступающим вас Новым годом! Кайфаните хорошенько и наделайте глупостей на Новый год. И зрители у нас охуенные пацаны, правда? Зрители. Да, ребятки! Это Львы на джипе, это ДЗК! С Новым годом! Блять, нахер ты в конце это сделал? Долбоёб! Он всех замандринил. Сука, блять! Просто! Чувак, все, блядь! Все, давайте Новым годом, блядь!